Так, видеообзор трактора. Двигатель УД-2, как он, М1 бензиновый, веновский. Значит, таким вот образом выглядит трактор. Колеса. Так, с этой стороны кикстартер. Делался генератор, масляный насос. Так, управление гидравликой. Ну, в принципе, тут все просто. Значит, трактор не заводился 6 лет. Я сейчас его запускал. Видео небольшое есть, как работает. Работает неровно. Вот, глохнет. Ну, соответственно, надо заниматься. Масло, двигатель есть. Здесь. Ну, здесь все сопелеет. Значит, собирался отцом. Вот. Сейчас за ненадобностью продаем. Так. Здесь даже получается, вот есть цилиндр. Ну, все недоделано. Все недоделано. Вот.